Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Диссан ЖК Игорь, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Снайперы в Майнкрафте». И да, ребята, всем привет, и знайте, что эта серия выходит только благодаря вашим лайкам, да-да. Да, ребята, всем привет, и надеюсь, в этот раз вы также поддержите нас своими лайкосами. Это всего лишь одна секунда времени поставить лайк, а нам будет приятно, так что ставьте свои лайки, а мы будем начинать приятного просмотра. Ю. Я пойду вас убивать. Раз, два, три. Ты что, типа смешной такой, да? Типа вот так шутишь, да, смешной? Минус один! Я так не играю, но первый отъехал! Первый готов! Эдисон, короче, он вообще аутист. Да я за то, что он... Я не понимаю, что ты где-то рядом со мной спрятался. Это не новость, то, что он аутист. А где он был? А что вы мне как бы... Скажу, Игорь, почему вы меня как-то не любите? Вот я так хочу вам сказать. Потому что ты вот меня убил. Вы меня прям не любите! Да твою мать! Да, Игорь, я отомстил! Игорь, я отомстил за тебя! Я, конечно, все понимаю. Почему у нас такие быстрые раунды пошли? Да потому что этот псих ненормальный бегает туда-сюда. Жека, ты понимаешь, Жека, смысл снайперов. Это снайперы, а не Рэмбо, мать твою, понимаешь? Я Рэмбо! Ща! Дайте мое тело науки! Мне даже не нужен пистолет, чтобы убить тебя, понимаешь? Так! Изи! Real talk! Think about, man! Мне кажется, от нас подписываются все, пока мы просто в каждом видосе это говорим, понимаешь? Все, больше ни слова. Кто скажет, тот вообще пиписька. Понимаешь, Игорь? Правильно, эндемашку будешь. Не, я на этот раз откажусь, Игорь, на этот раз. Гостевая рожа. Гостевая, да. Готовы увидеть камапулю? Да, мы готовы. Ну давай, покажи нам мощь всю, давай. Камапуля уже как бы пулит. Ты нам еще нужен, Игорь. Ты нам еще предупредительный себе в ногу, правильно. Не надо умирать, Игорь, прошу тебя. Блин, Игорь, ты понимаешь, мы просто Эдисону победу отдаем, понимаешь? Я реально, вот смотрите, даже сейчас я убиваю и все равно сразу же проигрываю. Пацаны, я вас люблю на самом деле. Подождите, можно я секундочку? Кто не понял, мы сейчас друг друга убили, если что, потом не было непонятно. Нет, давайте мы начнем с конца. Я просто выиграл, а вы идите в пень. Да нет, просто Эдисону повезло. Нет. Я без патронов выиграл раунд. Что, пацаны? Так, Игорь, я предлагаю убить вначале Эдисона, потому что это как-то вообще вот 2-0. Как? Я за блоком был. Да. Все, пойду, да. Я за блоком стоял. Да, ты молодец на самом деле. Ты молодец, да, то, что ты там стоял. Ты где-то сбоку был, что ли, или что? Я ничего не понимаю. Я тебе не скажу, Жека. Но я тебя видел. Ну ты выпей зелье невидимости и ты пекнись ко мне. Это пипец, это как так? Что сейчас было, просто пообъясните мне? Ах ты! Подожди, то есть ты меня видел еще до того, как мы начали играть? Нет, я не видел. А как так, ты как бы... Ну, ты что? Так, хватит выяснять отношения. Я реально тебя не видел, потому что... У меня вот этот столб закрывал тебя. Когда мы начали раунд, я начал шевелиться на F5. Я тебя увидел, что там стоишь. Хорошо. Так, ребята. Я, конечно, все понимаю, но... Игорь, отомстим. Не надо никому мстить. Игорь, ты вспомни то, что мы с тобой команда, понимаешь? Подождите. Я сейчас хочу одну тонкость такую выяснить. Если я сейчас проиграю, выигрывает Эдисон, да? Да. Не, мы до 5 играем. До 5? Да, понятно. Игорь, тебе надо... Мы до 5 час играть будем. Тебе надо меня тащить, понимаешь? Так это и приди просто и скажи, вот я, убей меня, пожалуйста. А, то есть ты хочешь, чтобы я к тебе вот так подошел и сказал тебе, убей меня? Ну да. А еще что? Может давай я сразу сам рипнусь, куда-то спрыгну и все? Во-во-во, как в прошлой серии, дорогие друзья, вы на... А нет, это может быть вы еще не видели. Не, ну ты прикольно. Просто Эдисон падает, да и он куда-нибудь туда. Игорь, ты вообще, конечно... Игорь, ты вообще, я тебе так скажу, ты хороший чувак, честно. Нет, а вот вы мне скажите, я убью. Не, ну и все, короче, Игорь вип, просто можно я вот все. Рип или вип? Игорь, ты вип? Нехорошо на самом деле вот так поступать, я тебе так скажу, Игорь. Но это вообще честно тебе скажу, это зашквар какой-то. Вот честно тебе скажу. Да, это зашквар. Игорь, я тебе честно, я тебя. Откуда я знал, что он там? Просто вот скажите. Зато я знал, что ты там выбежишь.
Я, понимаешь, стратегия. Тактика на 10 раундов вперед. У меня, на самом деле, я не хочу в этом участвовать. Игорь, давай, убей его. А я убью тебя. Игорь, ты что делаешь? Да объясни мне. Пацаны, я извиняюсь, я искренне извиняюсь, я не хотел вас убивать. В смысле, а ты тоже умер, что ли, Жека? Это писат, честно, ты все, короче. Ты умер? Да, нет. Пацаны, я честно. Я сейчас выпью зелье невидимости, и я не понимаю, откуда он меня убил. Я вот тоже не понимаю, я тебе даже не скажу, откуда я тебя убил. Ну, я не знаю. Наверное, нужно Эдисон, спрыгивай. Ну, вот тебе. Куда спрыгивать? Это есть. Если я спрыгну, я рипнусь. Нет, ты просто спрыгни. Оставь все это, не надо. Ты еще молодой, Эдисон, ты еще не надо. Впереди еще. У меня? Блять, вообще, на самом деле, это ужасное дело. Да, не, я согласен. Ты что, какой-то террорист? Ты какой-то террорист? У меня лучше стрелять не надо, я... Да твою мать, где? Да где? Так, мне кажется, что надо из этой рубрики просто убрать Эдисона. Мне кажется, иногда мне придет. Слышишь, я придумал, ребята, мне кажется, нужно Эдисона убрать с рубрики, и она обретет смысл какой-то хотя бы. Я извиняюсь искренне, я извиняюсь перед всеми подписчиками. Ладно, до пяти, хорошо, до пяти. Да вы что, издеваетесь? Да, до пяти. Я уже расслабился. Нет, давай просто последний раунд. Хорошо. Хотя бы, чтобы я хоть кого-нибудь убил в этой серии. Вот ты меня убил. Конечно, и сам умер, но это не важно. А, хоть что-то сделал, да. Хорошо. Круто, вы придумали. Ну, я, короче, предлагаю просто сейчас убить Эдисона напоследочек, и он убьет нас потом опять всех. Ну, как бы тут такая... Не, ну я согласен, с этим я согласен. Сейчас в любом случае последний раунд, это уже он не выигрышный, мы просто хотя бы просто пытаемся его убить. Ну, давайте, главная цель, Эдисон. Пацаны, только давайте не 2-1, хорошо? Тут как-то нечестно. Так, Жека, короче, Тим, да? А, вы чуть чиниться будете. Не, вы прикольно придумали, пацаны. Честно вам скажу. Не, мы его должны грохнуть, мы его должны грохнуть. Давайте хоть где-то мы должны убить Эдисона. Даже не в выигрышном раунде, но хоть в каком-нибудь. Да, вот с этим я согласен. Не, ну я согласен, то что 4-0 как-то вообще чересчур, вот, поэтому... Давайте хотя бы грохните меня разочек, пожалуйста. Давай! Типа я должен знать. Типа я должен знать, где ты, да? Можно я тебе скажу? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Жека ко мне бежал, я не понимаю, откуда меня сейчас убил Эдисон. Ну я не вы. Я просто не понимаю, господи! Ну что это такое? Я, кажется, понимаю, где Эдисон, только я боюсь туда идти, потому что по прямой бежать меня грохнут. Где Эдисон, а где Эдисон? Эдисон где-то в жопе где-то в Эдисон. Короче, Эдисон, походу, был рядом со мной все это время, получается. Ах ты ж говно. Я не выкупаю. Ну все, я не знаю, как его убивать. Да вижу, как? Я 3 раза попал в... Жека, это читерство, ты понимаешь? Да я вижу, короче, тебя, в следующей падла, серии, давай, дорогие давай. Друзья, в следующей серии... А ну попади, падла, давай! У меня пушка не перезаряжается, мать твою! Я не знаю, как тебе забраться, понимаешь? Вот в чем проблема. А у меня пушка не... А, все, перезарядилась или не перезарядилась, я не знаю. Надо просто, я понял, Жека, смотри, выжидай, пока у него патроны кончатся. А потом ты его просто заразил. Да, ты прикольно придумал. Давай. В следующий раз буду вообще такую непредсказуемую дичь творить. Я куплю себе пулемет. А, пулемет, да, сейчас мы с пулеметами. Игорь, ты вообще прикольно придумал. Да хватит стрелять. Я, конечно, могу вот так вот сделать. Игорь, давай без этого. Ты чё такие? Троллинг-снайпер, вперёд, дай, Эдисон, давай быстрее! Игорь, так нечестно, я тебе сразу скажу. Игорь меня бьет, ты вообще понимаешь это, Жека? Да, Игорь, не бей его, не надо. Не бей меня! Давайте, это не надо. Что этот дебил делает? Ну ты посмотри на него. Да. И я сейчас не знаю, кто выстрелил. Это Жека был или это Игорь был? Ты смотри, как он палит меня! Это я вижу. Я все равно тебя вижу, у тебя пушка торчит. Я буду помечу вас, ребята. Смотри. Да и хватит застраивать меня, дебил! Давайте, цель здесь! Я манал тебя, Игорь, я тебе честно скажу. Давайте, троллинг снайпер вперед.
Так, мне это уже надоело, я честно скажу. У меня один патрон, подожди, Эдисон, нужно перезарядиться. Да, давай, стреляй в меня, стреляй, я не попадю. Как это не попадет? Ты смотри, что тебе... Fire Resistance, спасибо, ты мне лучше невидимость бы кинул, я был бы тебе благодарен. Драйни с Fire Resistance, это же еще не все, дорогие. Мешает. Ты посмотри! Он меня поджег! Я знаю, он дебил. Ну у меня Fire Resistance как бы, да, но это мне мешает, пипец, ты на пол экрана, теперь огонь. Игорь, я тебя убью сейчас, честно. Выключи в геймод, пожалуйста, он меня заколебал. Он на меня лаву разлил, идиота, кусок! Какие еда, он на меня лаву разлил, какие еда! Изи! Real talk, man, real talk, man! Пацаны, я с вами больше никогда не буду. Ну я в любом случае вас вдрючил, так что. И я вас ненавижу. Пацаны, я вас точно ненавижу. Он мне лаву разлил, представляешь, придурок! Вот так и надо тебе, так и надо. Вот я считаю, что. А что ты выигрываешь везде всегда? Все правильно. Я в любом случае вас всех вдрючил, поэтому. Я считаю, выиграл тот, кто меньше всего убил. Так что мы меняем правила рубрики, победил я. Я же быстрее всех закончил играть. Вот правильно, вот кто быстрее всех закончил играть. Опа. Вы видите, меня даже лава не берет, Короче, ставьте лайки. Этим дебилам не ставьте, они меня убили нечестно. Нет, вот. Я вот обязательно ставлю, потому что я быстрее всех закончил это испытание, поэтому я победил. Он быстрее всех умер. Короче, ребят, лайки, подписки, и все будет круто. Будет больше серий снайперов. Нет, не будет. Я с ними больше играть не буду. Короче, там в описании все важные для вас ссылочки. Проверьте их все, а на этом все. Всем пока. Пока.